Одинцовские госавтоинспекторы провели профилактическую акцию «Ребенок, пассажир, пешеход». В беседе с родителями они напомнили о необходимости использования детских кресел для перевозки маленьких пассажиров. А детям рассказали о том, как работают световозвращающие элементы и почему их нужно носить на одежде в темное время суток. В завершение автоинспекторы вручили участникам акции тематические листовки и световозвращающие брелоки.